стрелок! Давай, давай, приходи в себя! Вот, так-то лучше. Ты чего в растяжку-то полез? Память у тебя отшибла, что ли? Это ж ты и предложил такую меру безопасности. Ну да ладно. Хорошо, хоть живой остался. Времени в обрез. Поэтому слушай меня внимательно. Все, что ты говорил о монолите, верно. Это просто иллюзия, которую наводят из некой лаборатории рядом с саркофагом. Известно, что никто из добравшихся до монолита не возвращался. Похоже, они там и погибали. Так вот, пока тебя не было, я раскопал информацию. В общем так, есть декодер для открытия двери, ведущей к системе управления монолитом. Декодер спрятан в тайнике на Припяти. Координаты тайника и ключ к нему я тебе даю. Возьмешь декодер, найдешь в саркофаге нужную дверь, а там... Ну а там, по обстановке. Судя по всему, это единственная возможность пробраться к настоящей тайне зоны, которую ты всегда пытался разгадать. Это все, Стрелок. Теперь пришло время прощаться. Мне надо залечь на дно. Но я буду тебя ждать. Удачи!